праздничные дни не обошлось без происшествий. На минувших выходных вспыхнул пожар на улице Панфилова, 37. Загорелось здание компании «Складовка», предоставляющее складские помещения для аренды. Пожар начался в 18:53 на первом этаже. Горел один из отсеков. Первым возгорание заметил охранник, который незамедлительно вызвал пожарных. Других людей на тот момент в здании не было. На борьбу с огнем бросили более десятка единиц техники и несколько десятков человек. В 22:12 возгорание полностью ликвидировали. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причины происшествия выясняют. Одна из основных версий – неисправность электрооборудования. Размер ущерба предстоит оценить страховой компании.